зимняя сказка. Ирина переехала в Юдино в 1996 году. Счастлива, что тогда муж выбрал именно это место для проживания. Сравнивает Юдино с волшебным оазисом, где можно встретить лесных обитателей и просыпаться под пение соловьев. Люди, которые идут там в реабилитационный центр и так далее, но они все останавливаются, гуляют, тут туристы иностранные, тут тропа здоровья же была, тропа здоровья, тут же заповедник был. Я думаю, боже, ну рай просто. Много лет назад семья Ирины, как и другие местные жители, установила гараж-ракушку на улице Красной. Удобно, но, как выяснилось, незаконно. Я знаю, что как начали мы с незаконного, так оно все и закончилось. Взяли и по закону снесли. Многие жители даже рады, что гаражи убрали, ведь мусор и шумные компании по ночам устраивают не всех. И теперь на этом месте ведут работы по благоустройству. Ведутся работы по замене асфальтового покрытия, ремонту тротуаров и устройству парковочных мест. В контракте предусмотрено ремонт общей площади более 4000 квадратных метров покрытий. Но туда входит все, и парковки, и тротуары, где-то 1400 квадратных метров парковок. Но с жителем, к сожалению, когда мы вышли на место, столкнулись с тем, что и этих 1400 метров недостаточно. Поэтому сейчас на общем собрании было принято решение достроить несколько парковочных карманов. После окончания работ здесь появится 102 машиноместа. Завершить благоустройство планируется уже 17 июля. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».